Какие грехи замаливает Малинин, это лежит на нем грузом. Одной из самых ярких пар в мире шоу-бизнеса была Ольга Зарубина и Александр Малинин, чьи отношения были короткими, но яркими. Они вместе воспитывали дочь Киру, которую артист признал только после длительных споров. Однако даже сейчас Малинин не проявляет особого интереса к девушке. Много лет назад Малинин встретился с Кирой на одном из ток-шоу, однако им не удалось сблизиться после этой встречи у девушки развилась депрессия, что только усугубило ситуацию. Однако Зарубина готова помириться с бывшим партнером и даже спеть с ним дуэтом. Она утверждает, что не является злопамятной и считает, что такой шаг поможет Малинину. Во-первых, я человек не злопамятный, во-вторых, это шаг к примирению помог бы Саше. Я думаю, что все-таки это лежит на нем грузом, как бы он ни хорохорился, как бы себя не вел. Недаром он ходит в церковь, постоянно замаливает свои грехи, значит, все-таки понимает призналась 65-летняя Ольга Владимировна. Ольга Зарубина сама имеет сложную судьбу. Она потеряла своего супруга Владимира Евдокимова и так и не наладила отношения с матерью. Она призналась, что уход ее матери не стал для нее большим потрясением, так как она не получала никакой любви в детстве и была подвергнута физическому и психологическому насилию со стороны родителей. Добавим, что не так давно жена пенсионерка Малинина поделилась радостью. Малыш наш самый маленький начал говорить. В свое время блондинке удалось приручить известного лавеласа, который разбил не одно женское сердце. Вместе врач-гинеколог и певец сумели построить любовь и крепкую семью. Эмма Малинина регулярно делится с подписчиками секретами идеальных отношений с любимым мужчиной. Как ни крути, но с исполнителем песни «Малиновый звон» Бладинка живет уже более трех десятилетий, вместе пара воспитывает двоих совместных детей, а кроме того регулярно видится со старшим сыном светской львицы от первого брака Антоном. В свое время Александр Малинин не только усыновил мальчика, но и одарил его своей фамилией. На сегодняшний день пасынок артиста уже воспитывает собственных детей – 16-летнего Платона, 12-летнюю Ариану и трехлетнего Лео, как с радостью отмечает сама Эмма. Внучка растет ее точной копии Что же касается самого младшего члена семьи, то с недавних пор ребенок радует родственников своими первыми успехами. Радостным событием для певца и его жены-пенсионерки стали слова и фразы, которые научилась произносить кроха. Малыш наш самый маленький начал говорить предложениями с ним уже можно вести беседы. В общем, набираемся сил, много общаемся, подзаряжаем друг друга, учимся вместе готовить новые итальянские блюда, еще у нас музыкальные вечера, устраиваем домашние концерты. Кто-то играет, кто-то поет, кто-то танцует, нам никогда не бывает скучно, поделилась хорошими новостями ⁇ Счастливая дама ⁇